хорошая игра, в принципе, такая перед выездом домой. Неплохой соперник. Немножко, наверное, расслабились. Вследствие этого пропустили две шайбы, можно сказать, в принципе, необязательных. Но отыгрались, как бы, и тренер зашел, сказал, после второго, ребят, надо, ничего рисовать не буду, просто надо сыграть на характере, выиграть игру. Что, собственно говоря, и сделали. Сайпа, на самом деле, смотрелось свежее немножко. Все-таки у нас сейчас упор на силовые немножко тренировки. Ну, дома и стены помогают, как бы там не было. Но в любом случае, все равно мы немножко сейчас отработали, хорошенько покатались. Вчера там двухразовый плюс зал неплохо поработали. То есть, наверное, так и задача стояла для того, чтобы мы под нагрузкой сыграли эту игру и поехали домой. Все-таки сейчас важный турнир, действительно показательный и очень важный перед чемпионатом, старт чемпионата в Питере. Серьезные соперники, хороший турнир очень будет. Думаю, что вот к нему надо подойти во все оружие. Кратко по финскому сбору пару слов. Ну, все, как говорится, знакомо. В том году были системы вся одна и та же. То есть условия, лед, качество льда, все знаем. То есть никаких проблем не было. Хорошо отработали, подготовились. То есть какие-то тройки, связки, сочетания пробовали. Посмотрим, что дальше двигается.